Приветствую вас, друзья мои! В сегодняшнем видео я хотел бы познакомить вас с довольно интересным проектом, который внедряет технологию блокчейн в сферу лайфстайл и вашего здоровья – Schenk Global. Schenk – это первый лайфстайл wellness блокчейн, который является по сути целой экосистемой Schenk World, способной полностью изменить рынок и внедрить абсолютно новое понятие криптофраншизы. Schenk World является уникальной B2B4C платформой, которая состоит из двух основных частей – для клиентов, которые будут пользоваться Schenk Marketplace, а также для поставщиков – Schenk Ecosystem. Основная идея проекта – это создание полноценного децентрализованного сообщества, которое готово объединяться ради улучшения качества сервиса и услуг в области здравоохранения, beauty, wellness и так далее. Система довольно сложна и многогранна, но основной посыл заключается в том, чтобы объединить поставщиков качественных услуг и их потребителей в одном месте, создавая для них интересные условия и поощрение. При подробном союзе использование сервиса будет полезно абсолютно всем сторонам. Но давайте начнем с самого начала и рассмотрим токены, которые будут циркулировать в экосистеме Schenk World. Их два – Schenk Token и Life Token. Они имеют абсолютно разное предназначение и играют разные роли на платформе. Schenk Token предназначен для поставщиков и играет основную роль в стейкинге проекта. Поставщики могут стейкать токены Schenk для того, чтобы принимать активное участие на платформе и размещать там свои услуги. Также Schenk будет использовать для оплаты комиссии внутри блокчейна. Также в данных токенах будут распределяться вознаграждения внутри платформы. Токен Schenk будет размещаться на криптовалютных биржах, и его легко можно будет обменять на другие валюты. Также токены Schenk могут использоваться поставщиками для доступа к внутренним системам и консультативным услугам при создании собственной франшизы. Система криптофранчайзинга позволяет масштабировать свой бизнес в других странах при помощи технологий блокчейн. Life Token будут использовать пользователи для того, чтобы с их помощью получить нужные им суммы и услуги. Данный токен может быть куплен за фиатную валюту внутри кошелька Schenk. Любые действия пользователей на платформе будут вознаграждены. Основным местом, где будут взаимодействовать пользователи с поставщиками, является Marketplace. Он позволяет поставщикам размещать свои товары и услуги, а также подразделяется на B2B Marketplace, который будет необходим для торговли между поставщиками и торговцами, то есть для предпринимателей по их договорным ценам. B2C Marketplace – пользователи смогут оплачивать услуги и пересылать токены. P2P Marketplace – пользователи смогут перепродавать приобретенные ими товары и услуги. Токены Schenk также можно получить за регистрацию на платформе Schenk World, открытие своего аккаунта там, а также кошелька. Получить вознаграждение можно, если купить через свой аккаунт токены Life. Проект выглядит очень интересно и имеет ряд довольно крупных партнерств с такими известными блокчейн-комьюнити и проектами, как PandiX, а также с рядом других технологичных проектов и фондов. Также уже на данном этапе есть наработки партнерств с представителями реального сектора, а именно с гольф-клубами, больницами и представителями люксовой туристической индустрии. Команда проекта насчитывает 5 человек во главе с Adrian Wong. Также имеет и 5 адвайзеров. Что же касается IO проекта, то прямо сейчас идет сейл на корейской бирже Probit, на котором приобрести токены Schenk можно с бонусом 50%, если приобретать при помощи таких валют, как USDT, Bitcoin, Ether или XRP. Хардкап обозначен на отметке в 4 миллиона долларов и заканчивается сейл 8 марта. Кроме того, листинг на данной бирже уже гарантирован, а кроме этого листинг будет еще на одной из топ-20 бирж, это Бики. Это очень хорошо. Вы знаете, что обычно молодым проектам сложно пробиться на бирж такого уровня. Schenk Global может стать полноценной огромной экосистемой, способной перевернуть мир beauty и wellness сервисов благодаря своей уникальной крутой идее. Кроме того, реализация проекта обещает быть годной, и согласно Roadmap, к маю 2020 будет уже представлен новый кошелек. Листинг на биржах и еще много других интересных событий. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Переходите по ссылкам ниже, вступайте в группу Telegram проекта Schenk Global. На сегодня все, всем пока.